Как разработать собственный социальный проект, правильно подать заявку на его реализацию, побороться за получение и получить средства на развитие задуманного от фонда президентских грантов, смогут узнать специалисты некоммерческого сектора на семинаре «Социальное проектирование», который проходит в рамках ВЭФ. Для одобрения заявки все разработки должны быть полезны людям, уточняют организаторы мероприятия. Участники семинара научатся быстро находить ошибки в любых проектах и исправлять их еще на стадии продумывания. Кроме того, они узнают, как сделать задумку еще более масштабной и социально полезной. В этом случае шанс получить грант от фонда для участников семинара становится еще более реальным. Семинар даст возможность, во-первых, пообщаться с руководством фонда президентских грантов, получить ответы на волнующие их вопросы, потому что очень важно получить из первых уст консультацию. И не всегда мы имеем такую возможность увидеть все руководство ФПГ, да, фонда президентских грантов, здесь, в Приморском крае. Это очень важно для всего некоммерческого сектора.